ребят, сейчас смотрите, как открутить гайку от шруса, да, потому что у меня прикрепило хорошо. Ну, первым делом, понятно, вытягиваем шплинт с гайки. Дальше, смотрите, я вставил головку, вот такой рычаг и длинная труба из кирпича и досок. Вот так вот вымостил. Машина опущена, что я ее изначально под домкрать, она не пошла. Машина опущена, чтобы она стояла под своим весом. И теперь мы можем спокойно залезть на эту конструкцию и ногой давануть. Вот и все. Вот так вот, скажем так, легко и просто откручиваем гайку.